Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во славу Божию. Аминь. Слава Христу. Опа. Откровение, 14 глава, 19 стих. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Толкование. «Кончился день благодати. Ангелы Божии собрались с царства его все соблазны и делающих беззаконие». Матфея, 13 глава, 41 стих. «Эти негодные виноградные ветви ангел-жнец бросил в великое точило гнева Божия. В огонь вечный уготованы дьяволу и ангелам его». Матфея, 25 глава, 41 стих. Так и Андрей Кесарийский под точилом гнева Божия разумеет место наказания, уготованное дьяволу и ангелам его. Воистину, страшно впасть в руки Бога живого. Евреям, 10 глава, 31 стих. Откровение, 14 глава, 20 стих. «И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уз конских на 1600 стадий». Толкование. Как это видели пророки Исаия. «Кто это идет от дома в червленых ризах? Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Исаия, 63 глава, с 1 по 4 стих. «Яиль, я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Яиль, 3 глава, с 12 по 14 стих. «И истоптанные ягоды вточили за городом». Так оно было. И буквально в древнем Иерусалиме. Виноградные точила помещались за городом. Так оно будет и в вечности. Город – это небесный Иерусалим. А в ней псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Откровение, 22 глава, 15 стих. «Вне небесного города праведных будет великое точило гнева Божия, место осуждения нечестивых. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных». Псалом 124, 3 стих. «Некогда Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Евреям, 13 глава, 12 стих. «Земного Иерусалима». Там, вне города, на Голгофском холме, был установлен крест. Великое точило гнева Божия. Там излилась чаша вина ярости Божией на непорочного ангца. Там была обрезана и истоптана истинно виноградная лоза. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 стих. Там потекла пречистая кровь источила, чтобы залить собой всю вселенную и омыть ею. Там потекло вино новое. Марка, 14 глава, 25 стих. О котором сказал Господь, что будет пить его с учениками во царстве своем. Теперь все иначе. Вот Агнец стоит на горе Сионе. Стих 1. В небесном граде, а вне его, в гиене, в великом точиле гнева Божия попираются нечестивые. И льется кровь никому не нужная. Кровь наказания за грехи и отвержение Сына Божия. Не омывшие кровью Христовой будут утопать в своей собственной. Кровь источила. Это виноградный сок, вино, выдавленное из гроздьев. В лютых сражениях кони ходят по упоенной кровью земле. Но невозможно себе и представить изображенное здесь. Кровь источила, заливает все пространство, достигая даже до уз конских. В виде коней Писание изображает наказующих ангелов.
Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве по реке негодование Твое? Или на море ярость Твоя? Что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Книга Аввакума, 3 глава, 8-12 стих. То, что кровь источила, достигла даже до уст конских, означает, первое, с одной стороны, что вдавшиеся в чувстве наслаждения сделались неистовыми конями, которых не удержишь ничем, поэтому удержаны они будут, как за узду, только вечными мучениями. Второе, достижение крови источила до уст конских означает та же безмерность гиенских мучений. Но кровь точила не захлестнет с головой, а только до узды. Мучения не уничтожат грешника, и через то не прекратятся. Третье. С другой стороны, если под конями разуметь наказующих ангелов, то узда – это божественное определение, которым управляются ангелы. Ангелы не могут сделать ничего сверх того, что им определено Богом. И мучения грешников доходят до этой узды. До определения Божьего. Больших мучений они уже стерпеть не смогут. Да и эти невыносимы. На 1600 стадий. Символическое значение этого числа может быть истолковано по-разному. Например, так. Тысяча означает множество зла. Ибо числом тысяча в Священном Писании часто означает просто множество чего-то. Бытие 24 глава 60 стих, Исход 20 глава 6 стих, Второзаконие 1 глава 11 стих, Псалом 89 5 стих, Псалом 90 7 стих и Псалом 118 72 стих. 600 равняется 6 умножить на 100, означает усердное делание зла через злоупотребление тварью в 6 дней сотворенную, так объясняет Андрей Кесарийский. 6 дней творился мир, и вот сотворенное в каждый день как бы стократно злоупотреблено на грех. По множеству грехов будет и тяжесть наказания. Вспомню также, что и водный потоп погубил мир на 600 году жизни Ноя. Бытие 7 глава 6 стих. Так и здесь все происходит как бы в 600-е лето. Не водный, а огненный потоп погубит вселенную. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 2 Петра, 3 глава, 6-7 стих. Как Христос пришел не водою только, но водою и кровью, 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих, так и мир претерпит не только потопление водой, но и кровью. Кровь достигнет даже до уст конских. Можно иначе растолковать. 1600 равняется 40 умножить на 40. 40 дней есть время поста и покаяния. Не желавшие нести пост и покаяние за свои грехи, сугубо понесут за них наказание, ибо виновны не только в грехе, но и не в раскаянности за него. Числа 14 глава, 34 стих. Книга Судей, 13 глава, 1 стих. Иезекииль, 4 глава, 6 стих. Иезекииль, 29 глава, 11 стих. Или же так. 1600 равняется 4 умножить на 4 умножить на 100. 4 – число сторон света. 100 – число полноты и множества. Таким образом, где бы ни были нечестивые, со всех сторон света они будут найдены и понесут полное и должное воздаяние. Иначе же, 19 можно еще разуметь как указание на судный день. Стих 19-20 можно еще разуметь, как указание на судный день. Тогда под местом за городом, стих 20, можно буквально разуметь долину Иосафата, на которой, по пророчеству Яиля, 3 глава, 2-4 стих, произойдет суд над народами, где уничтожено будет нечестивое воинство, и кровь его потечет по всему пространству Палестины, которое действительно измерялось позднейшими иудеями в 1600 стадий. Откровение, 15 глава, 1 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалось
ярость Божия. Толкование. Итак, взору Иоанна предстает теперь нечто иное. Как и в 12 главе Откровений 1 стих и 12 глава Откровений 3 стих, он видит знамение небесное. Через явленное ему знамение открывается миру воля и определение небес. В отличие от Откровения 12 главы 1 стих, это знамение не только великое, но и чудное. Такая характеристика являемого знамения имеет своей целью обратить особое внимание на то, что теперь будет показано. Если вся земля дивилась исцелению смертельной раны Антихриста и другим его ложным знамениям, Откровение 13 глава 3 стих, то гораздо более должно удивиться истинному знамению, о котором само Божественное Писание свидетельствует, что оно чудное. Там была ложь, которой бы не дивиться, но отвращаться надо было здесь. Здесь божественное величие, достойно всякого удивления. Что же видит тайный зритель? Его взору предстают 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Определить конкретно, кто эти 7 ангелов, представляется практически невозможным. Нет никакого основания ни сближать, ни тем более отождествлять их с 7 ангелами, имеющими 7 труб. Откровение 8 глава 2 стих. Это явно другие 7 ангелов. 7 труб и 7 чаш имеют разное значение. Можно только считать, что эти 7 ангелов принадлежат к одним из высших ангельских чинов. Явление их названо знамением великим и чудным, и им надлежит завершить суды Божии над грешным миром, не только землей, но и вообще вселенной. Это выражено тем, что они имеют 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Таким образом, под изливание 7 чаш гнева Божия, 7 наказующих язв, изобретены последние суды, которыми Господь накажет вселенную, и которыми окончится ярость Божия, ибо низложены будут все враги под ноги Божии. 1 Коринфянам 15 глава 25 стих. Как при исходе израильского народа из Египта, последнюю казнь язву совершил ангел-губитель, исход 12 глава, так и при исходе церкви духовного Израиля из этого мира, последние казни будут совершены через 7 ангелов, имеющих последние язвы. В кончину века будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. Книга Даниила, 11 глава, 36 стих. Эти 7 ангелов будут исполнителями того, что предопределено. Через них совершится и завершится гнев Божий. Седмеричное число означает полноту гнева Божия. 7 язвой оканчивается ярость Божия. 7 – число божественной полноты. Кроме того, это означает, что грехи, совершенные в седмеричный круг земной жизни, будут обузданы и наказаны 7 язвами 7 ангелов. Каково преступление, таково и наказание. Откровение 15 глава 2 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Толкование. Стеклянное море перед престолом Божиим Иоанн видел уже и ранее. Откровение 4 глава 6 стих. Когда ему впервые явилась картина небесного престола, то что он видит? Это не настоящее море, а только подобное ему, как бы море, и состоящее не из воды, а стеклянное. Как и в 4 главе Откровения, 6 стихе, стеклянное море означает чистоту, светлость и невозмутимость, вечного покоя святых сил небесных и упокоившихся в Господе праведников. Откровение 14 глава 13 стих. Это божественная просветленность, ибо тогда праведники воссеют, как солнце. Матфея 13 глава 43 стих. Но есть и некоторая разница стеклянного моря здесь и в Откровении в 4 главе 6 стихе. Там оно подобно кристаллу, а здесь смешано с огнем. Прежде оно было ясно и спокойно, как кристалл. Теперь же
отливала огнем. Так переливаются цвета в драгоценных камнях. Это означает, во-первых, написано апостолом Павлом, что каждое дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается огонь, испытывает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3 глава 13 стих. Огненная река выходила и проходила. Даниил 7 глава 10 стих. Перед престолом Всевышнего и испытала на суде дело каждого, каково оно есть. Глаз Господа высекает пламень огня. Псалом 28, 7 стих. Поэтому праведники изображаются как море, смешанное с огнем. Один и тот же огонь имеет разные действия. Он попаляет и сжигает дерево, сено, солому. 1 Коринфянам 3 глава 12-15 стих. И наоборот, очищает золото. 1 Коринфянам 3 глава 12-14 стих. И Откровение 3 глава 18 стих. Так огонь суда, попалив нечестивых, который потерпит урон, очистит праведных, просветит их и соделает подобным стеклянному морю, смешанному с огнем. Во-вторых, под стеклянным морем можно разуметь те таинственные воды жизни, о которых говорил Христос. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 по 39 стих. И огонь, как божественное видение и благодать животворящего духа, ибо в огне горящей купины явился Бог Моисею. И в виде огненных языков Дух Святой сошел на апостолов. Море, смешанное с огнем, это крещенные водой и огнем Духа Святого угодники Божии. В-третьих, как мы далее видим, что и победившие звери стоят на этом стеклянном море. Море, смешанном с огнем, указывает на прошедших огненное горнило антихристовых гонений и испытаний. Они вполне осуществили слова апостола Петра. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного». Если нужно, то от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. В-четвертых, само стеклянное море можно разуметь как указание на божественную природу и сущность Бога, как отображение Его небесной славы, как естественное море отображает славу и красу естественного неба. Если в Откровении в 4 главе, в 6 стихе море было чистым, спокойным, подобно кристаллу, то теперь оно смешано с огнем. Это указывает на изменение деятельности Божией в отношении к миру. В неизреченному милосердию моря Божией благодати в кончину века примешивается праведный и святой гнев. Он теперь не только величественный Творец, Управитель и Спаситель, но и грозный Судья, посылающий на мир огонь своих судов и казней, погубив мир водой, но явив потом свое милосердие, радуга, стеклянное море, как кристалл, теперь погубит его огнем стеклянное море, смешанное с огнем. 1 Петра 3:7. На этом стеклянном море Иоанн видит, что стоят победивший зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, которые пришли от великой скорби. 7 глава, 14 стих. Внешне они не одержали победу над Антихристом, не преодолели и не уничтожили его, напротив, он погубил их. Откровение 13 глава, 7 стих. И многих умертвил. Но они одержали победу над ним внутреннюю, ибо не поклонились ему, и не приняли его печати, даже будучи умерщвляемы им. Ему не удалось сломить их дух, и они вышли победителями, сохранили верность Богу. И вот теперь они стоят победившего престола Божия, держа гусли Божии, ибо желают всеми возможными средствами прославить Бога. Откровение 5 глава 8 стих. Кроме того, гусли означают благоустроенную в согласии добродетельную жизнь, руководимую смычком Святого Духа, источающий дивную песнь славословия Божия. Откровение 15 глава 3-4 стих. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь
ангца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят!» Толкование. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, ибо открылись суды Твои. Толкование. Песнь, воспетая стоящими на стеклянном море, поименована как «Песнь Моисея, раба Божия», ибо содержит в себе воспоминания о тех казнях, которые были посланы Богом на Египет от руки Моисея, и за которую Моисей и евреи прославил Бога в своей торжественной песне после чудесного перехода через Красное море. Исход, 15 глава, с 1 по 19 стих. И песнь ангца, ибо прославляется дело человеческого спасения, совершенное Иисусом Христом, непорочным ангцем Божиим. Или же под воспевшим песнь Моисея, раба Божия, можно разуметь спавшихся под сенью Моисеева закона до пришествия Христа в мир. Они спасались верой в грядущего Христа, как говорил пророк Аввакум, стоя на божественной страже, на башне наблюдения: «Праведный своей верой жив будет». Откровение 2 глава, 1-4 стих. Это Ветхозаветный Израиль, воспевший песнь Моисея. Исход, 15 глава, с 1 по 19 стих. Воспевший же песнь ангца – это спасавшиеся под сенью Христовой благодати после совершения им дела искупления человечества. Это уже Новозаветный Израиль. Таким образом, здесь показана совокупность спасенных Ветхого и Новых Заветов, поющих песнь ходатаев Заветов Моисея и Христа. Если же здесь разумеется только непосредственно прошедших через великую скорбь во время Антихриста, стих 2, то они поют песнь Моисея, как прошедшие, подобно древним евреям, страшные казни язвы, посланные Богом в мир и избавившие их от Египта, греха и нечестия. Песнь ангца они поют, как спасенные кровью Иисуса Христа. Эту песню нельзя сопоставлять с песнью Откровения 14 глава 3 стих, которую могли петь только девственники, и содержание которой было недоступно для других. «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Слова этой песни в отдельных выражениях и в общем тоне весьма близки к исходу 15 глава с 1 по 19 стих, песнь Моисея. Исайя 12 глава с 1 по 6 стих. Псалом 91:6. Псалом 65:2. Псалом 144:17. Иеремия 10:7. Это славословие Богу за Его праведный суд над грешниками, за проявление Его всемогущества. Песнь можно разделить на четыре стороны. Первая сторона. «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Посмотри на мир, и ты увидишь величие Божие, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество о создании мира через рассматривание Твори видимой». Римлянам 1 глава 20 стих. «Величие гор, величие морей, величие небес, величие звезд, величие всей природы и вселенной, величие судьб Божьих в жизни отдельных людей и целых обществ. Вот великие дела Твои, Господи, Божий Вседержитель. И чудные, ибо когда человек все это созерцает и проникается всем этим, то видит, что все это не просто так, а все это дивное чудо». Вторая строфа. «Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, о бездна богатства и премудрости и видение Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его». Римлянам 11 глава 33 стих. Сейчас многие не могут вместить в себя то, что праведны и истинны пути Божии. Они считают Бога неправым
и спорят с ним. Но ты кто человек, что споришь с Богом? Римлянам 9 глава 20 стих. Восклицает апостол. Сегодня нам многое понятно, но вечно откроет праведность пути Господне. Он, царь святых, соделав святых своими царями. Откровение 1 глава 6 стих. Он царствует над ними, ведя их путями праведными, истинными и спасительными. Третья строфа. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Кто не убоится Тебя, Царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это. Иеремия 10 глава 7 стих. Сегодня много храбрых, не боящихся Бога, не славящих имя Его и даже хулящих. Но где будут эти храбрецы тогда, когда откроются суды Божии? Обоснованием страха перед ангелом, перед Господом и необходимости прославления Его является то, что Ты един, свят. Точнее, надо перевести, Ты един, благочестив. Понятие благочестие, благочестив обычно прилагается не к Богу, а к людям. Если же здесь это сказано о Боге, то ради того, чтобы сопоставить истинного Бога с бесами языческими и антихристом. Нет между богами, как Ты, Господи. Псалом 85, 8 стих. Языческие боги по мифологии не были благочестивы, но грешны. Не будет благочестив и антихрист, который выдаст себя за истинного Бога. Только Господь, Творец неба и земли, может быть назван истинно благочестивым. Никто не благ, как только один Бог. Матфея 19, глава 17 стих. Четвертая строфа. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо покорились суды Твои, ибо открылись суды Твои. Сегодня многие не желают поклониться перед Богом, но откроются суды Его, и зальются 7 чаш гнева Его, и тогда поклонятся все. Но это уже не будет поклонение в духе истины, каких поклонников себе ищет Бог. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. А поклонение в отчаянии и в страхе перед открывшимися судами Божьими. Это будет поклонение Богу в силу через чрезвычайности явления Его гнева. О душа, спеши же сегодня с сокрушенным сердцем поклониться перед Твоим Творцом. Откровение 15 глава, 5 стих. И после сего я взглянул, и вот отверся храм, скинии свидетельство на небе. Толкование. После сего, после созерцания святых и стеклянного моря перед престолом, после пения святыми песни Моисея и песни Агнца, Иоанн снова взглянул на небо. И вот отверся храм, скинии свидетельство на небе. Здесь он видит ту небесную скинию, по подобию которой Бог повелел Моисею строить скинию земную. Исход 25 глава 8-9 стих и 26 глава 30 стих. Отверся перед взором тайного зрителя не двор скинии, ее святилище. Это были открыты и доступны всегда, но храм скинии, святое святых. Всегда скрытый от взора людей, куда войти мог только первосвященник и только раз в году. Собственно, само внутреннее святого святых и имело значение, свидетельство. Там я буду открываться тебе и говорить. С тобою, над крышкой ковчега, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Исход 25 глава, 22 стих. Открытие святого святых небесной скинии, свидетельство. И откровение говорит об открытии последних откровений Божьих, о завершении судов Божьих над миром. Открытый миру вид ковчега с его скрижалями закона должен напоминать людям о его грехе против закона Божия, о нарушении и отвержении ими завета Божия с земли. А потому чисто в ветхозаветном духе грядет на мир суд Божий без милости. Открыт храм, открыто его святое святых. Откровение 15 глава 6 стих. И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистоту и светлую льняную одежду, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по перстям золотыми поясами. Толкование.
Эти семь ангелов, те же самые, что в стихе первом, вышли из храма непосредственно из святого святых, и от самого Бога и являются его непосредственными посланниками в мир и совершителями его судов, как имеющие семь язв. Они назначены Богом для исполнения завершительных судов над вселенной. Семь ангелов являются из храма, облеченных в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами, чем явно напоминают Христа, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по перстям опоясанного золотым венцом. Откровение 1 глава 13 стих. Это сходство говорит о том, что Мессия семи ангелов в исполнении воли Иисуса Христа, как судья мира, их действия совершаются от его лица. Чистота и свежесть одежды ангелов соответствуют их чистоту и светлому существу, является ограждением чистоты и света Бога, как судьи мира. Чистота и свет будут отличать божественного судью от неправных судей мира сего, часто вершивших нечистые и мрачные дела, карающие ангелы, опоясаны по перстям, по груди, золотыми поясами, могущественны и праведны, готовы к исполнению последних указаний Божьих. Как опоясаны золотыми поясами, могущественны и праведны, готовы к исполнению последних указаний Божьих. Как опоясаны золотыми поясами, они достойны испытывать огнем судов Божьих, даже тех праведников, достоинство которых в Писании означается золотом. 1 Коринфянам 3 глава 12 стих. Семь ангелов, имеющие семь язв, вышли из небесного храма. Откровение 15 глава 7 стих. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, исполненных гнева Бога, живущего во веки веков. Толкование. То, что семь золотых чаш передаются одним из четырех животных семи ангелов, означает, как учит святой Дионисий, Ареопагит, что видение сообщается среди ангелов от высших к низшим и соответствует ангельской иерархии. Итак, все готово. Семи ангелов, имеющие исполнить последние семь казней, язв Божьих над гибнущим миром, дабы семь золотых чаш наполнены гневом Бога. Теперь уже ничто не мешает этому завершительному карающему действию. На основании мест Писания, Псалом 78, 5-6 стих, 2 Петра 3, 7, Откровение 15 глава, 2 стих, Откровение 18 глава, 8 стих. Гнев Божий, которым исполнена чаша, в которую должен излиться на мир, можно представить себе в виде огня. Чаши семи ангелов, наполненные огнем гнева Божия. Не случайно Бог назвал здесь живущим вовеки, в вечности и примерности Божьего существа. Второзаконие 32:40, Псалом 89:2, Евреям 10:31. Откровение 10 глава 6 стих. Заключается как бы основа его неизменности и правосудия. Он вечный, у которого нет изменения ни тени перемены. Иаков 1 глава 17 стих. Вершит праведный и нелицеприятен суд. Бог вечный. А грех – явление временное, уничтожаемое его праведным гневом. Как только семи ангелам были даны золотые чаши, наполнены гневом Божиим. Откровение 15 глава 8 стих. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Толкование. Полыхающий огонь гнева Божия в золотых чашах в руках семи ангелов производит такое обилие дыма, что наполнился храм дымом. О подобных явлениях славы и силы Божией и невозможности человеку войти в нее читаем и в ряде других случаев. Так было на Синае. Гора же, Синай, вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым,
как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исход, 19 глава, 18 стих. Послание к евреям, 12 глава, 18 стих. Гора Синай пылала огнем и была погружена во тьму, мрак и бурю. При освящении скинии покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Исход 40 глава с 34 по 35 стих. При внесении ковчега заветов новопостроенный Соломона в храм, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Третье царство, 8 глава, 10-11 стих. Пророческим оком видит Исаия на небе, что поколебались верхи врат от глаз восклицающих. Свят, свят, свят Господь Саов! Вся земля полна славы Его, и дом наполнился курениями. Исаия 6 глава, 4 стих. Так и здесь наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Доколе не погас в чашах огонь гнева Божия, и, соответственно, не развеялся дым от него. Дым, наполнивший собой храм, означает, сколь страшен, ужасен и мучителен гнев Божий. Слава Божия и сила его, произведшая этот дым, проявляется в данном случае в его правосудии и праведном воздаянии грешникам. Доколе не окончились семь язв семи ангелов, и не завершились суды Божии над грешным миром, доколе не произошло окончательное разделение праведных и неправедных. Из небесных святых никто не мог войти в храм, в обители небесного Иерусалима и его священнейшие места, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Евреям 11 глава 39-40 стих. И все сии свидетельствованной вере не получили обещанного, но призваны еще успокоиться и ждать. Откровение 6 глава 11 стих. Только когда окончательно развеется дым гнева Божия, откроется праведникам доступ в небесный храм. Все. Что хотел показать. Вот у нас мы каждый раз показываем. Вот у нас сокровище какое. Новый Завет, трехтомик, полное толкование. По 752 страницы. И здесь же нами раскрашенные Гюстава Доре гравюры. Вот она как, в полный лист. Вот Новый Завет с толкованием. Ну и показать наше сокровище на сайте. В первую очередь, это наш сайт «Во свете Библии», православный библейский сайт. Самое ценное – это ответы. 4124 ответа по темам, 55 тем здесь сделано. А внизу тут написано «Православный форум Игнатия Лапкина». В него только щелкнул и сразу перешел. Вот он. Православный форум Игнатия Лапкина. 1440 тем. Богатейшая тема. Вот интересно, просто тем, кто... Ну, форум не каждый имеет. Форум надо чем-то заполнить. Тут у меня материалы везде мои стоят почти. И вот здесь есть показывающая посещаемость, статистика. Вот сегодня... Это у нас 22 октября 2013 года, время 17.00 по Барнаулу. 136 человек зашло. Ну, к концу дня, видимо, около 300 будет. Это, конечно, маленькое число, но это человек. Это не страницы листали, а именно с разных компьютеров заходили. И вот проходит месяц, я только наблюдаю, ни одного слова ни от кого нету. Редко-редко кто-нибудь в личку что-то кинет там, о встрече или что-то. Форум так не бывает. Почему? Потому что этот форум удовлетворяет все просьбы, все желания.
каждому вкус. Лепешка она или с медом, или с елеем. Вот это я при самом основании форума так и думал. Говорю, да как, это у вас получается форум, как маленький сайт ваш. Ну, считай, что так. А о чем спорить? Если крещение, значит, то, что нужно погружательное крещение, я привожу 136 свидетельств. Это Святая Библия, Жития святых, 1137 свидетельств. Дальше каноны церковные и труды святых отцов. А в ответ, который не согласен, который согласен, он берет и дальше работает. А не согласны, в защиту вот этого крапления и прочее, ни одного не могут показать место. Ну и что тут спрашивать? Допустим, мы носим пояс. Вот он, пояс, обыкновенный пояс. 104 раза в Святой Библии говорится, что пояс. Пояс указывает на истину, припаяшьтесь истиной. Но с чего-то оно бралось, слово пояс откуда-то берется. У Христа пояс, даже написано в вечности, Сына Человеческого, поясано золотым поясом по персям. Иоанн Креститель указывается, пояс, у Павла пояс. Буквально или не буквально? Буквально, Петр. Почему его сегодня нет? Вот масонский этот галстук, удавку, надевает, а креста нету. То есть на все мы должны найти в Слове Божьем ответ. Вот. Теперь у нас большой православный видеоканал «Открытым оком о Святой Библии». Практически 1000 роликов. Это не 2, не 3. Это богатейший материал. Ну, поисковый, поисковик только что-то заряди, и тебе уже видно будет, что это такое. Здесь все, от рождения до смерти есть. Ну и очень большое у нас эта страница «Мой мир». Вот «Мой мир». Вот это что-то у меня тут и другое взято было показать. Вот «Мой мир». Говорят, загрузка идет. Пожалуйста, ну вот «Мой мир». Вот какие тут идут фотографии, какие люди, что говорят. Пожалуйста. Вот сейчас такая женщина одна зашла, вот интересно. И вот вы думаете, это можно, не выходя из дома, заработать, а я ей сразу дал свой сайт. Ну что она сейчас в ответ отвечает, я еще не знаю, только вскрываю там. Поблагодарит или по-другому. Вот она, кругляшков наставила, сколько информации. Елена Барская. Ведь даже не ожидала такого. Потому что она предлагает заработать деньги, не выходя из дома, чтобы рекламировать где-то. А я дал, что у нас 50 книг начитаны аудио на нашем сайте. Море информации. Вот она первый раз, мы еще не разговаривали, она еще не в друзьях должно быть. Даже надо проверить, в друзьях она или нет. Если она в друзьях, вот, сделать подарок. Ну да, видимо, она в друзьях, потому что предложения дружбы нет, это означает, что эту графу мы уже заняли. Вот, надо просто научиться быть полезным для кого-то. Наш сайт, наш форум, Mail.ru, все работает в одном направлении. Как людям облегчить поиск Христа, жить со Христом, жить для вечности. Ну, тут все это уже пошло на нас, она выкидывает. Ничего тут не будет, можно удалять. Не удалять, а закрыть. Ну вот все. Еще вот один момент хотелось указать. В Откровении очень много говорится о тысячелетнем царстве, там неправославное толкование. Православное очень простое. Христос воскрес, это начало тысячелетнего царства. Здесь сатана связан на Голгофе. Это открытый мок, у меня 30 томов, второй том, 470-я страница. А вот последняя строка, точка сказать, это мировая история кончилась. Христос пришел на землю, написано «Страшный суд». Здесь же восхищение церкви, всеобщее воскресение праведных и грешных. А за 3,5 года вот это царство Антихриста. Больше ничего нет. Здесь время скорби. Сатана освобожден. Все. Тысячелетнее царство. Сайт к истине один народ.ру. Все остальные попытки устроить тысячелетнее царство когда-то, вот до этого момента, до встречи со Христом, что праведники воскреснут, грешники не воскреснут, в одних возьмет, другое нет, оставьте расти то и другое дожатое. Все места Библии говорят о том, что никакого отдельного периода царства не будет, его нету.
Оно не придет приметным образом. Вот. А тут каждый увидит, что да, царство наступило, одни праведники. Не придет. Это не пища и питье. А зачем пища и питье, говорится? Потому что в Царстве Небесном ешь, пей сколько хочешь. Каждого, говорится, по возможности, каждому по потребности. Этого не будет. Это коммунизм. Здесь говорится о другом, что праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот тогда да, будет. Ну, пока все. Может, я еще успею тут вывести кое-что. Слава Господу.